ну хватит уставать. Сколько можно, бля? Конечно, у нас боссы опять. Либо это чевок. Это чевок, Етич. Неплохо. Ну, сейчас сюда, я думаю, вот те придут с перекрестка, ребятишки, да? Должны прийти. Вряд ли я смогу вот этих залутать посреди проспекта. Попались курябчики, бля. Вон они, ёпты, где? Минус один. Извините. Все, теперь он не будет пикать, он думает, что я там читер и еще что-нибудь. Думаю, можно подлутать эти. А где у меня сумка? Я мемы только видел, там, где над ней угорают. То, что как игра 2024 года может так плохо выглядеть. Ребятишки странные. А! Да нихуя тут нет никого. Чевок там пыхтит? И бот. О, нет. Они нашли меня, чат. Целая куча ботов, блин. Могу подлутать без палева. Как? Ну в лицо же, бот. Как ты это делаешь? Вот петух. О, хрена! Ты же только что заспавнился. От? Ты ботов убивал, и что? А они меня не убили бы, если бы они, ну... Если бы я их не убил. В чем я сыграл неправильно? Вы же сказали, что этот баг исправили, что это был баг, когда по вам стреляет БТР, если вы убиваете чилобота. Как может 100 штук быть в одной улитке? Если там улитки несменные. Вижу, голова бежит, еще голова бежит. Вон там, смотрите. Что?
просто не могу нормально спреить из-за такого фокуса низко. Самое элементарное, блин, в шутере. Кто-то справа идет. Алло, бот, имей совесть. Кто-то, походу, чекает этих боссов. Это мина была. Это бот по мине прошел, когда шел меня пушить. А вот чевак мертвый лежит на пороге. Фига себе, у тебя тут ган. Интересный. Блять. Ёбаные боты, а. Когда он успел за пулемет сесть? Там же только что секунду назад никого не было. Пиздец. А, так он и не сел за пулемет. Он мне дал 7 попаданий в левую руку. Все, понял, то вопросов нет. Тогда меня устраивает. Звучит достаточно играбельно и реалистично. Разработчики хорошо постарались. Ой, еще один. И еще один. Ой, а этот жив остался, просто оказывается. Я-то думал, он сдох. Приятель, что-то там лег. Бот, не надо! Бот, блять! Ох, блять! Какой же привет. Ты, сука, молодец! Покажи настройки графики. У тебя 2К. Блять. Сейчас там 7 или 6 попаданий в грудную клетку, проверяйте. Челюсть. Чем за проезд передаем коту? Коту, да, все правильно, Александр, спасибо. СП-6 в челюсть, найс. Где он?
Я не понимаю. 50 FPS. Блять. А, да? Капец, как же ему пофиг. Я не знаю, кто из них кто. О, с окон уже стреляют. Жулики. Ну и со спины. Отлично работаете, блять. Етить, он впитывает. Как же ему пофигу. Я вчера 40 был 42 в этом месте. Но здесь очень много ботов. Вот из-за этого, скорее всего, еще просадки. Ну и клетка. 50 попаданий, чат. 50, блять. Ему просто пофигу. А, зато он мне попал сейчас 5 раз в грудную клетку. Найс. Также по читерам. Ты им кидаешь читера, они его полгода не могут забанить. Полгода, блядь. Ты им больше не скидываешь. Ты им больше не скидываешь читера, потому что какой смысл? Блять. Правильно? Двое бегут к нам. Что, простите? Чего, блин? Одного взорвал. А второй витаминки жрет. Ой, блядь. Я Дункан Маклауд. Родился 400 лет назад в горах Шотландии. Я один из бессмертных. Чего, блядь? Что? Вам не кажется, что это уже перебор? Чуть-чуть, блядь. Капельку перебор. Так, ботов я не убивал. Стрелял только по типам. Смотрим, сколько попаданий. И прочекаем их профили. Очень интересно посмотреть. Одного взорвал. Но вот из-за того, что я взорвал, будет непонятно, сколько точно было попаданий. 35 попаданий. 600 задефано броней. 35. На двух типов, чтобы убить, понимаете? 59-й, вот он. 700 часов в игре у типа.
2700 убийств. Так, а второй? У второго 3000 часов. КД-3. Как у них может быть такой маленький КД, если у них столько много убийств? 3000 убийств, типа. Но КД-3. А у того сколько было? Киллов. Они же слили себе КД специально. Да, 4 КД, 2700 киллов. Они же слили КД, чтобы не палиться. А у меня даже КД больше. Ой, не знаю, чат, ой, не знаю, блядь. Если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.